Глава города Владислав Пинаев примет участие в шествии бессмертного полка 9 мая. Обязательно я пойду традиционно с двумя портретами своих дедов. Действительно, у нас в семье, если в общем взять и по линии жены, и по линии моей, 5 человек, кто принимал участие, только впрямую прошли Великую Отечественную войну. Я не беру уже дядей, тех, которые тоже стоило вспоминать. С каждым годом к акции памяти в Нижнем Тагиле присоединяются все больше детей, внуков и правнуков ветеранов. В колонии бессмертного полка в 2018 году прошли около 7 тысяч тагильчан. Тысячи портретов, тысячи героев и благодарность ветеранам за мир и победу.